это хорошее дело. Я тоже благотворительностью занималась. Периодически занимаюсь. Мы с бабушкой все дают. И деньги отдавали. У нас такая история была. Женщина к себе домой. Ей стало его жалко. То, что он сидит, она увидела, он сидит, голову, ей стало жалко. Короче, собирали деньги ему в дорогу. Естественно, мы собирали деньги. А у меня еще...